В минувшее воскресенье «Энергия» провела очередной матч чемпионата России. В Москве наша команда встречалась с одним из лидеров премьер-лиги – клубом «Динамо». В течение всего матча москвички вели в счете, но лишь на 2-3 очка. Временами «Энергии» удавалось сравнять счет. Такая борьба продолжалась вплоть до четвертого периода. Лишь в последнем отрезке матча баскетболистки «Динамо» сделали рывок в счете, который наша команда ликвидировать уже не смогла. Итог – 78-69, не в нашу пользу. Следующий матч «Энергия» проведет у себя дома 10 февраля.